Так, ну что, последние минутки нашего отпуска. Идет загрузка и едем домой. Нам предстоит ехать 10 часов 22 минуты до нашего города. В общем, добрый путь. Грузимся. Отвезете меня в Кентаке? Да. Время домой ехать. Ребят, всем приветик. Едем домой. С левой стороны идет хайвей. И вон там вдалеке прямо. Нам еще час. Час 20, и мы будем в нашем городе Лексингтоне. А буквально мы заехали в штат Кентаки. И вот первая рестерия. Рестерия — это место для отдыха. Здесь вот в этом здании есть туалеты женский, мужской. Всякие автоматы, где можно купить еду и напитки. Почему я хочу снять этот ролик? Ребята, проехали 4 штата, и до этого были в других местах. Наша Растерия самая крутая, самая красивая. Во-первых, символ нашего штата – лошадь. Лексингтон – это столица мировая по лошадям. И вот такой вход, такое здание. Двери сами открываются. Такое здание. В Растерию есть американский флаг и флаг Кентаки. Сейчас не видно, ветра нету. Вот с левой стороны тоже заборчик такой фермерский, скамеечки, наши лошадки. Давайте зайдем вовнутрь помещения, посмотрим, что там. Стульчики можно посидеть, покататься. Так, нажимаем кнопочку. Это для людей. Снимай маску, я делаю ремонт. Ремонт, господи, делаю этот сюжет. Так, дверь открывается. Заходим в наш, я так понимаю, новый, совсем новый. Новое помещение. Здесь информационный центр. Знак нашего штата. Вот здесь брошюрки. Кентаки, Кентаки, Кентаки. Карта, где можно путешествовать, отдыхать. Все это вот здесь. Сейчас никого нету. Вот я говорил, пожалуйста, дринки. Всякие снеки, печеньюшки, сникерсы, баунти, энерджи дринки. Вот тут с левой стороны женский и мужской, они меняются, то есть здесь вот здесь туалеты есть, они сейчас закрыты, и с правой стороны туалета мужской и женский, они открыты, тоже машина. А здесь выход у нас на улицу. Опять смотрите, нажимаем кнопочку, открывается дверка для людей с ограниченными возможностями. Здесь у нас стоят траки. Гляньте, громадное количество траков. Они уже на ночевке. Утром поедут. А с другой стороны легковые автомобили. Здесь ограничения. Путать нельзя. Тут грузовики, там легковые. Вот такой у нас туалет Растерия. Я еще круче не видел нигде в Америке, честно. Классная идеальная погодка. Так что, ребята, Кентаки рулит. Ладно, всем огромный привет. Едем домой. Марина, едем домой, скажи всем привет. Всем уже пока. Всем уже пока. Все. Да, круто, круто сделали. Да, я говорю, сколько мы проехали, это первая Растерия, которая очень красивая.
Ну, возможно, была другая, но сейчас она такая. Все, едем. Ребят, всем огромный привет. На связи. Пока-пока.